Всем привет! Сегодня мы сделаем первый снег. А сейчас нам надо поместить порошок в емкость. Открываем. Светит в темноте. Мы взяли мисочку. Теперь нам нужно добавить 200 миллилитров воды, стакан воды. Пожалуйста. До конца? Теперь размешивай. Чем? Размешивай. Чем? Рукой можно. Это будет снег? Можно ложкой. Уже. Уже снег? Что происходит? Снег! Снег превращается? Снег. Ты перебросил, мешай лучше рукой. Да, снег! Холодный? Конечно! Вообще снег! Только какой-то мармеладный. Такой у нас получился снег, он очень мягкий, белый. По правде светится в темноте. В кромешной темноте? В кромешной немного, темноте. Да, он светится. Но мы его мало еще пока зарядили. Да. И вот из такой упаковочки можно сделать вот такую горсть снега. Из него вот лепить можно, да? Из него можно лепить. Хоть дойнов, хоть деревня, хоть комок. Вот, например. Это снег-пластилин. Тебе нравится? Очень. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Нам с Кешей очень нравится эта игрушка. И если вы хотите ее купить, можно ее купить в Бегемотике. И напишите в комментариях, понравилась ли она вам или нет.